Неудобство, дочь моя. Почему радио не глаголит? Нехорошо. Отошел, допустим, человек, ну, по своим делам, а автобус того нехорошо. Надо бы оглашать по радио. Правильно, товарищ. Ой, простите, гражданин батюшка, правильно. У нас даже микрофон есть, а почему-то не пользуемся. Напрасно. Мечта моя диктором устроиться. Диктором? Ага. Может, попробуйте? С удовольствием. А ну-ка. Это упражнение для дикции. Тренируюсь каждодневно. Миряне, просил вас. Граждане пассажиры, внимание! Отправляется автобус-экспресс по маршруту Донецк-Киев.